Главная цель изменений – побудить потребителей к экономному использованию ресурсов – воды, тепла, электричества, газа. Эта работа ведется поэтапно. Очередные изменения начали действовать с 1 июля. Однако в Петрозаводске одна из управляющих организаций начала собирать с жильцов повышенную плату сразу после Нового года. Я оставляла эти денежные средства, собранные излишки, собственно говоря, в своих карманах. Сегодня в республике учитывается практически вся электроэнергия. Многие потребители платят за воду по счетчику. Меньше всего пока учитывается тепло. Тепловыми счетчиками оснащены далеко не все многоквартирные дома, общедомовыми. А квартирных счетчиков вообще практически не ставится, за исключением новых домов, которые только-только вводятся в эксплуатацию. Устанавливать счетчики на тепло – задача на перспективу. По закону не обязательно это делать в тех домах, где не позволяет конструкция, либо энергопотребление не так велико, а также если дом признан ветхим.